Сначала мы с Люсей ждем в концлагере, пока нас расстреляют. Потом приезжают какие-то люди, читают чудовищную бумажку, привозят нас сюда. Теперь являетесь вы. Что все это означает, офицер? Я забираю вас туда, где вы будете обучать моих людей иностранным языкам. Моя дочь. Без Люси я не поеду никуда. Разрешите организовать женскую группу. Соня Кантор. Хрупкая, болезненная девочка. К тому же из неблагонадежной семьи. Готовим к отчислению. Я все могу, я сильная! Я ваше фрование лучше! Ну возьмите, ну убьет меня здесь! Машина. Ты враг. Не только твой. Только двуличный, опасный. Это надо остановить. Что должны сделать? В эти минуты вы все... Курсанты особой разведшколы. Курсант Бешеная. Курсант Синица. Инфанта. Курсант Тула. Курсант Артиста. Твои имена с этой секунды. Всем забыть навсегда. Тот, кто нарушит режим секретности, будет уничтожен. Помните, говорили, что знаете 1000 способов меня незаметно убить? Ну и что из этого? Мне нужна эта 1000 способов. Тебе сколько на сборы надо? Мне 15 минут. Начнем занятие. Сегодня буду вас... Бить, душить и убивать. Борис, ну, пушинку сожмись и дай мне, ну, придушу, не дури, дай-ка придушу. Ты что хочешь, тебя отсюда вышвырнули, да? Ты куда ты отсюда пойдешь, идиотка? В тюрягу или на зону? Только что сообщили, что кое-кто готовит девушек, которые охотятся за такими, как я. Тебе нужно мое радио, да? Хочешь меня завербовать? Значит, ты, капитан, считаешь, что из этой мясорубки мы легко и спокойно выпечем. Я не подведу вас, товарищ майор. Смотри, Синица, дашь слабину, большое дело завалим. Ну что, девоньки, поработаем? Вы здесь для того, чтобы стать другими, совсем другими.